подписаны на канале Зимина Татьяны, и это рубрика «Распаковка посылок с Алиэкспресс». Ну что ж, первая посылочка у нас вот в таком большом пакете. Она у нас пришла специальной доставкой, уже написано «Корейская косметика». Вот в таком огромном пакете у нас должен прийти небольшой кремушек. Посмотрим, что нам еще положили. Посмотрите-ка. Оу, сопроводительный листок, я так понимаю. Это какой-то чек на сумму. Пригодится, чтобы вспомнить, сколько стоило. Все это запаковано. Ничего больше нет. Давайте распакуем нашу посылку. Молодцы, запаковали столько пупыра, что ничего у нас не должно пролиться. Так. Заказывала это я с Тимола. Доставочка у нас была очень быстрая, но в связи с новогодними там праздниками, естественно, все там отдыхали, поэтому посылка отправлялась долго, но пришла, в принципе, быстро. Я даже так сильно ее как не ждала. Заказывала я, сейчас скажу, 30-12, а сегодня у нас 18.01. Ох, наконец-то мы распаковали наш кремчик. Кремчик фирмы Холика Холика. У меня просто уже закачивается, если вы там смотрели, не помню, в каком-то видео, я заказывала с eBay вот эти BB-кремы. Я постоянно им пользуюсь, поэтому себе не изменяю и заказываю только их. В этой линейке очень много BB-кремов, которые на любой вкус и цвет подойдут любому любителю косметики. Ну что ж, кремчик у нас BB с SPF 30. У меня, кстати, вот второй крем уже начинает заканчиваться, который здесь SPF 45. Этот крем у нас шиммерный, там лицо подблескивает, но если запудрить, будет замечательно. А этот крем у нас увлажняющий. Запомните, BB-кремы это такие, в общем-то, можно сказать, тональные крема, но они с легкой текстурой. Поэтому, если вы не любите на себе носить плотные маски, то вот в таком случае вот такой кремчик, который подстраивается под цвет вашего лица и прекрасно маскирует все дефекты. Увлажняет, защищает и придает лицу идеальный цвет. Ну вот, посмотрите. Это просто я вот разнесла. Нанесла немножко, даже множко. Он быстро впитывается, не оставляет липкого блеска. И вот посмотрите, как мои ручонки выглядят с BB-кремом и без BB-крема. Значит, что у нас по стоимости? Раз нам листочек тут, в общем-то, прислали, сразу можно посмотреть. Заплатила за него 439 рублей. Я считаю, для этой линейки это очень такая хорошая цена. Потому что сейчас хороший BB-крема или вообще тональный крема тоже стоит примерно в этой ценовой категории. Так что все ссылочки будут в описании. Смотрите, заходите, выбирайте, какой вам понравится. Мы будем переходить в следующей посылочке. А следующая посылочка мне неизвестна, потому что трек номер такой не подходил ни к одной посылке. Не изменялся в приложении, поэтому я пока даже не знаю, что там внутри. Но что-то очень много наложили, или там много очень всего пупырки. Что? Что? Серьезно? Ребята, I'm shocked. Посмотри, он что, серьезно? Он решил второй раз выслать? То есть я на продавца зря наговорила, и он решил исправиться? Ребята... Ну, бляха, ну как так можно? Ну как так можно? Опять чашку этого же цвета. Ну почему? Нет, что, дальтоники? Я не могу. Как так можно? Блин, вот слушайте, отличаются цвета или нет? Ну тут прям слепой не заметит, что цвета отличаются. Ну ладно, хоть нагрудник вот того цвета, что я хотела. Слава тебе, Господи, спасибо тебе, продавец большой. Все-таки, несмотря на то, что я по спору 700 рублей отыграла, ты мне еще, в общем-то, выслал еще набор ложек. Зачем? Ну молодец, ладно.
В общем, продавец в этот раз, я, к сожалению, отзыв уже оставила. А куда я его теперь напишу? Ну ладно, может, он посмотрит мои видосы и, в общем-то, простит меня. Но я, конечно, в шоке. Вот почему не отслеживалась посылочка, потому что у нас как раз шел вот этот товар. Но с момента спора прошло уже достаточно много времени, поэтому ну, ждать уже было не актуально. Но зато продавец сдержал очень свое слово и прислал того цвета, в общем-то, нагрузить, но чашку, к сожалению, все-таки ребята решили опять прислать такого же цвета. Ну что я могу сказать? Запахов нет сторонних, у меня нет коронавируса, я все чую. В общем-то, что могу сказать, силикон или не силикон, в общем-то, все это специальное для деток, так что пользоваться можно и нужно. Так что, ребята, меняя свое мнение, такая, оп, переобулась, заказывайте, только действительно... Не знаю, что у них будет с цветами опять. Возможно, у них проблема с цветом такой же кружки. Ну, не знаю. Ладно, настроение продавец поднял. Молодец, спасибо. Будем дальше смотреть, что нам пришло. А следующий товар появился на Алике недавно. Это новинка. И он сейчас во многих магазинах. Еще странное. Я когда стала выбирать, это очень разная цена. Она колеблется от 200 плюс до 1000, может быть, доходить и даже выше. И при этом есть магазины, где цена дешевая, но рейтинг просто нулевой, 0%. То есть это магазины только открылись и сразу стали вот продавать вот эти браслетики. Почему цена такая разная, мне непонятно. Хотя вот эта вот тряпочка, да, она с одного мотка идет. Неужели у кого-то там она за 1000 рублей, а у кого-то она за 200 рублей? То же самое касается вышивки. Вышивка, смотрите, вышивка идеальная. И нет никаких вот там торчащих ниточек или там подобное. Посмотрите, здесь отлично все прошито. Чем она отличается там 200 плюс от 1000, мне не ясно. Вот, так что вам выбирать, покупать это или нет. Кстати, доставка была очень быстрая. Тут что у нас? О, Диоровский, боже мой. Джей Диор, Адиор. Ну вот. У продавца, кстати, уже этого товара нет в наличии, но я вам найду ссылочки на магазинчике, где есть такие же браслеты, примерно по такой же цене. Значит, что по доставке у нас было? 17-12 заказ. Сегодня у нас 6.01, кстати, с наступающим Рождеством вас. И стоил этот браслетик 243 рубля и доставка 93 рубля. Итого обошелся мне, я там просто копейки не считаю, 336 рублей и там сколько-то копеечек. Вот, я посмотрела, есть, кстати, здесь такие вот кисточки. Кстати, хорошо, аккуратненько сделаны. Можно затягивать, как вам нравится. Давайте вот одену при вас. Можно найти продавца. У меня, кстати, он есть тоже в закладках. Вот такой вот браслетик. Красиво, мне нравится. Есть продавцы, у которых можно кастомизировать браслет. То есть выбрать свою вот эту бечевочку, подложечку, свой цвет надписи и заказать свою надпись. Можно даже именно сделать, почему бы нет. И разные цвета. Я вам картиночки подставлю, какие примеры есть и какие цены тоже есть. Так что вам решать, в каком магазине покупать, за 200 рублей, либо за косарь с копейками. Ну что ж, дальше смотрим. А заключительная посылка нашей сегодняшней распаковочки. Это такой вот USB кабель зарядки, что у меня все сиреневое, я не знаю почему. USB Type-C, мама попросила заказать меня, чтобы он был длинный. Поэтому я заказала сразу 2 метра. Как работает, я сейчас не смогу проверить, но я вам обязательно отпишусь, потому что у меня зарядка USB-шная, микро-USB-шная точнее. Вот, ну 2 метра. Да, 2 метра, посмотрите, будет очень удобно оставлять, лежать на диване и, в общем-то, заряжать свой телефончик. Ну что ж,
цвет красивый, по доставке относительно быстро, 14-12 сегодня у нас 1 февраля, ну относительно, ну я бы сказала, что быстро, нормально. Стоил он 139 рублей, мне обошелся в 136, потому что у меня было потрачено 3 рубля на монеточки. Всем спасибо, ребятушки, что были со мной в этой распаковочке, все ссылочки будут в описании всех товаров. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока! Oh.